ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередная видео-покупочка лошади подписчику. Так что узнаем, что же это за такой персонаж, какая у него длинная история, какие лошадки стоят в конюшне, ну и купим ему нового друга. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Юлия Вайслок. Персонаж с очень длинной историей, которую даже мне пришлось максимально попросить сократить, ибо уже началась явная многотомная война и мир. Давайте же познакомимся. Очень красивый персонаж. Мне нравится, как она выглядит, какой у нее образ подобранный. Так, вот лошадки тут тоже есть, всего много. Это все очень интересно. Будем тоже со всеми потихонечку знакомиться. История у этого персонажа очень-очень длинная, поэтому я, пожалуй, буду стоять на месте, чтобы случайно не запнуться, потому что она очень-очень объемная. Итак, Юлия Вайслок. Плохо закончила учебный год, и это очень разозлило ее родителей. Поэтому вместо запланированного отдыха ей предстоит провести каникулы у своего дяди Карла Петерсона. Он владеет поместьем Ранчо Старшайна, на базе которого расположен конный клуб. Предполагалось, что здесь Юлия с головой уйдет в учебу. Однако в конюшне она случайно знакомится с жеребцом Могучим Выстрелом, которого все считают неукротимым, буйным и попросту опасным. Юлия, никогда раньше не проявлявшая интерес к лошадям, быстро находит с ним общий язык. Дочка Карла, Лиза Петерсон, считает, что между Юлией и Могучим Выстрелом есть особая связь. Чтобы спасти, казалось бы, неисправимую лошадь от продажи на бойню, Юлия, никогда раньше не сидевшая в седле, хочет принять участие в предстоящем турнире по конкуру и доказать, что Выстрел не безнадежный. Не без помощи Лизы и своего дара, всего за 4 недели Юлия смогла научиться ездить верхом и доказать дяде, что у них с конем есть шанс на победу в предстоящем турнире. Соперница хотела подставить Юлию и намазать на гавки Выстрела жгучей мазью, в результате чего во время выступления конь из-за сильнейшего дискомфорта в ногах вышел из-под контроля. Юлия понимает, что это конец, турнир не реабилитировал репутацию Выстрела, а только подорвал ее еще сильнее. И теперь его в любом случае ждет бойня. Безутешная, она уезжает домой вместе с родителями. На дороге вдруг образовывается пробка, и их машина стоит. Оказалось, Выстрел повалил коневозку и сбежал, устроив тем самым аварийную ситуацию. Она решает, что может его найти на месте их первой встречи, и не ошиблась. Воссоединение двух родственных душ все-таки состоялось. После всей приключившейся истории с Выстрелом, Юлия решила арендовать небольшую пустующую ферму, где начала размещать спасенных лошадей. Со временем она решила построить свою собственную конюшню, которая была бы домом для всех. Наконец, после многих месяцев усилий и помощи добровольцев, конюшня была построена. Юлия назвала свою конюшню «Дом спасенных сердец». Здесь лошади нашли не только приют, но и любовь, заботу и внимание, которые им так долго не хватало. История Юлии и Могучего Выстрела быстро разлетелась по городу. Ее пример вдохновил многих людей на подобные действия и показал, что один человек может действительно изменить мир для лучшего, даже если это начинается с маленьких шажочков. Вот такая вот огромная история этого персонажа, чем-то похожая на историю из первой части Оствинда, в особенности момент со жгучей мазью и аварией. Не исключено, что именно этот фильм стал вдохновением для данного персонажа. Ну а теперь давайте же познакомимся поближе с лошадками. Кто же такой Могучий Выстрел? Что же это такая за интересная лошадь? Это началочка вот такой вот гнедой масти, с темной гривой, темным хвостом, без всяких отметин. Он даже немножечко отдает золотом. Имеет голубые глазки, очень симпатичная лошадка. С чего-то
Именно с него и начались все приключения и весь жизненно активный путь Юлии в качестве владельца конюшни и спасительницы многих лошадей. Давайте посмотрим, сколько всего у нее страниц. Числится 6, но по факту где-то в районе 7 страничек лошадок. На конюшне очень много разных пород, в том числе есть старые магики, более ранние версии лошадок 3-го поколения. Есть очень интересные масти, которые мало кто покупает. В общем, есть где размахнуться. Даже вот Андалузик тут тоже нашелся. И Айла. Все такие интересные магические фризы, несколько готландских пони. В общем, такое вот большое разнообразие и количество лошадей. Историю мы узнали. Теперь давайте узнаем, какие же требования на покупку лошадки. Именно на английском языке. Ну что ж, это уже соблюдено, перезаходить не придется. 3-го поколения. Экстерьер, спортивные или тяжеловозы. Запрещены только пони. Амуницию и недоуздок покупать не обязательно. Прическа на мой вкус. Да. Так что вот такой вот интересный персонаж. Требования мы знаем, историю мы знаем. Осталось только решить, кого же их покупать. Так что отправляемся на поиски. Первая остановка наших поисков – это виноградники или же хозяйство Серебряной Поляны. Потому что есть несколько лошадок, о которых я резко неожиданно подумала. Первой этой лошадью является у нас голландец, вот такой вот, наверное, серый в яблоко. И еще Изабелвы. Ну, Изабелвы у нее уже есть. Так, и тогда еще хочу посмотреть бурого или же шоколадного. Тоже что-то такое у меня в голове. А он у нее тоже есть. Так, понятно, значит не то. Значит, нам подходит по требованию только если вот этот голландец серый в яблочко. Так, теперь французского сели. Я не обратила внимания, у него вообще есть эта порода. Да, есть. Светло-серый в гречку. И все. Все остальные масти у нее отсутствуют. Но меня интересовал как раз серый в гречку. Ладно, тогда не то немножечко, совершенно не то. Смотрим вот этого красавца. Но что-то плохо видно, снимаем вечером, поэтому сделаем день, чтобы посветлее было. Но мне, кстати, кажется, что они подходят друг к другу. Я не претендую, что это будет та самая лошадь, которую мы купим. Но все равно что-то такое в нем есть. Ей, в принципе, подходят светлые лошадки, но я на этом не останавливаюсь. Значит, голландца мы все равно запоминаем. Теперь идем смотреть еще англичан. Потому что что-то у меня с ними тоже проскользнуло в голове. К примеру, вот эта английская чистокровная. Очень подходит ей данная масть, но не могу сказать, что очень бы сильно хотела покупать ей эту породу, хотя что-то прям меня к ней тянет на этом аккаунте, на этом персонаже. Правда, у нее очень страшный галоп, но зато карьер просто прекрасен, идеально созданный, в принципе, для скачек. Так, ну, кстати, прям сочетаются они очень классно. Как бы все критерии выполнены, лошадка-то по сути спортивная, 3-го поколения, так что мне ничего не ограничивает в покупке этой красотки. Не знаю, кобыла, не кобыла, пока не будем загадывать. Так, потом тут вот еще есть лузитанчики. Да, Даша пошла по более, скажем так, ранним лошадям. А вот какой меня больше интересует, гнедой или гнедой, точнее бурый, который продается на конном фестивале? Кстати, у меня тоже есть уже какой-то лузитан. Ну, кстати, вот этот и очень хорошо с ней сочетается, мне прям нравится. И несмотря на то, что сейчас вышел примерно такой же обновленный липицан, ну... Я как-то... Нет, липицан, он более такой крупный, тяжелый, массивный, такой весь мускулистый. В то время как лузитанчик маленький, худенький и очень даже элегантненький и аккуратненький. А вот что с андалузами? Так, андалуз у нее есть. А сколько у нее андалузов? Светло-серый только. Похоже, что да, похоже, что только светло-серый. Ну что ж, нет, меня как-то интересовал только светло-серый.
но этот серенький такой, нет, мне не нравится, не то немножечко. А знаете, я прям вот влюбилась в англичана и в лузитана. В чем плюс лузитана? Он может носить новую амуницию, большинство, большая часть новой амуниции. У него достаточно аккуратненькие выездковые аллюрчики, несмотря на то, что это ранняя лошадь третьего поколения. И вообще чуть ли, по-моему, то ли вторая, то ли третья по выпуску. Я не помню, кто был первый, Лузитана или Тракенен, не помню. Ну, в общем, симпатичный, с любой прической красиво смотрится. Но обычно ему все-таки либо оставляют свою родную распущенную гриву, либо делают шишки. А шишечки-то, кстати, у него старенькие, еще квадратненькие. Он тогда еще, да, такие вот страшные шишки были, но все равно ради открытой шеи, почему бы и нет. Но не для нас. Меня интересует длинная прическа. Ой, знаете, я прям вот, мне он прям понравился. Он третьего поколения, он не второго. И вот это вот английское чистокровное. Я даже бельгийцы, я помню, что у нее очень много бельгийцев, и я даже не хотела их рассматривать. Но что же вот прям вот с этими двумя-то ранними лошадками третьего поколения? Я прям не могу. Я не знаю, кого. Кого бы ей купить? Все, голландец отпал. Нет, не хочу. Не хочу, не буду покупать этому персонажу голландца. Юлия. Ну вот вам и англичанин, и вот этот луз. Лузя даже. Да, я помню, раньше лузей называли всех лузитан. О, ну вы посмотрите. Слушайте. А я прям... Все. Нет, ну все. Нет, нет. Мы не думаем. Мы просто берем и покупаем вот эту прелесть. Ну посмотрите, как он классный. Они так шикарно вместе смотрятся. И на сопырочку он к ней тянет. И ласково глазки смотрит. Ну просто. Ну как не купить вот эту прелесть? Вот да, вот как тебя не купить? Ты такой красивый стоишь. Вообще, когда последний раз на моем канале покупались лузитанами? Я даже уже и не помню. Так что, да, давайте купим человеку лузитана, почему бы и нет. Так, третьего поколения, 949 СК, это его базовая цена, стрижку мы не меняем. Так, персонализация, это будет взрослый, давайте жеребец, наверное. А вот как тебя назвать? Это надо подумать. Это прям надо подумать. Я-то вообще не думала, что я лузитана сейчас пойду покупать. Сейчас что-то будем искать. Его будут звать Фарлеттер, что означает дальнее письмо, долгое, не знаю, письмо. В общем, такое значение, наверное, идущее письмо. Не знаю, почему-то что-то такое захотелось. И мне нравится, как оно звучит. Фарлеттер. Ему очень оно подходит, поэтому неожиданно, очень неожиданно мы прям покупаем его. Это взрослый, значит, лузитана третьего поколения, взрослый жеребец по имени Фарлеттер. Я прям в большущем шоке, что я покупаю лузитана 949 СК. И покупаем, но не просто очень хорошо смотрится так. О, здравствуй, красавчик. Привет! Ой, какая красая, косая, кривая анимация, но все равно нежность не могу. Ты такой симпатичный, и глазочки, и носик, ну прям... Ну почему? Челюсть такая еще. Ну какой же ты красавица, не могу. Отправляем на конюшню. Мы купили лузитана, мы купили лузитана. Прям вообще, вот только недавно я сама лично помню, как я покупала себе своего первого лузю. Это было, оказывается, уже так давно. И когда-то это была моя основная лошадь. И это была лошадь моего клуба когда-то, давным-давно. А сейчас уже это одна из вообще старичков. И вот мы его купили. Потому что он подходит по требованиям, проходит. То есть как бы запрещены это только пони были, экстерьер спортивный. И он третьего поколения, так что...
Прям замечательно-то, как все. Где ты? Где ты, наш красавец? А где... А, это не та страница. Где? Я его... А, вот он. Я не вижу его. Здравствуй. Привет, Фарлеттер. Ой, ну как классно он смотрится вот сейчас с этим образом ее персонажа. Просто посмотрите. Прям очень красиво. Садимся. Ой, какая элегантность. Я прям ощущаю тот самый восторг того года, когда Лузитан добавили. Ой, ну вообще, прям не жалею ни капельки, очень красиво. Так, теперь надо подобрать им сет. Мне безумно нравится, как сейчас выглядит персонаж, поэтому, наверное, я хозяйку саму переодевать не буду, я подберу только амуницию на Лузю. Ну что ж, долго копаться не пришлось, и вы просто посмотрите, какой сет! Я вначале хотела взять ему другую уздечку, более спортивную, но потом поняла, что я настолько сильно отвыкла от горбоносости Лузитан. Она настолько сильно для меня вот по восприятию отличается от липицанов, потому что они, у них мордашка более худая, чем, по-моему, даже тех же Пасофина. И я очень отвыкла от того, как это смотрится, поэтому решила надеть вот такую вот с крестовиной, скажем так, и эмблемочкой. Уздечку, выездковое село, нежно-бежевый у нас вольтрапик, такой вот, очень классный. И все-таки решила надеть нагавки-то. Так что давайте пойдем на фестиваль конного спорта и посмотрим на эту парочку. Я помню те далекие времена, 18-й, кажется, или 19-й год, когда только-только завезли сюда на фестиваль конного спорта новые масти как раз-таки Лузитана и трех липицанов, которых уже умудрились удалить из игры. Но все равно, как бы, ассоциация-то осталась для меня лично, для такого старичка относительно касаемого этого ивента, что он связан с лузитанами и липицанами второго поколения. Вот такая вот красивая пара. Мне очень нравится, как они смотрятся. Пишите комментарии, что вы думаете насчет лузитан. Даже несмотря на то, актуальны они сейчас или нет, как они смотрятся исключительно внешне, есть ли кто-то из вас любители данной породы, или, может быть, даже обожатели, мало ли кто-то всю породу смог скупить за столько лет. Ну а мы будем радоваться, что у Юлии появилась новая пара, новый выездюк, это вот такой вот прекраснейший буланный в яблочко лузитанчик. Так что я очень счастлива, что все-таки его купила. Безумно. Это была любовь. Это была любовь с первого взгляда. Ни капли не отрицаю, что просто повезло. Если бы я не подъехала посмотреть, я бы наверняка поехала к другим, более новым породам. К бельгийцам, теннисийцам. Или же взяла бы все-таки голландцы. Или даже, ну, английскую чистокровную. Но вот эта лапочка завоевала мое сердце. Мы пожелаем Юлии и Фарлеттеру в будущем хороших соревнований, развития, быстрой прокачки, ну и просто приятного времяпрепровождения совместно в игре. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Ой, ну какая прям атмосфера, какие флешбеки по тем годам.